свои потайные какие-то штуки в стенах. Что там было-то? Сейфы, что ли, какие-то? Тихо. На улице кто-то. Слышь? Сверху, да. Сверху, да, да. А там впереди есть выход, если что? Если нам отсюда еще... Не знаю, короче, отключаемся. Пошли. Через воду и кабели лезть. Ладно, все, отключаемся. Офигеть. Ребят, мы вышли на какой-то непонятный карьер, что ли. Неожиданно. Я думал, что здесь такая локация. Кто-то где-то разговаривает, да? Слышь? А. Слушай, точно. Вот по-любому кто-то здесь. Ну, или какая-то местность лесистая. Вообще, мы где? Вот это, да? Что бы вы ни говорили, ребят, но это максимально странный овраг. Карьер. Или что вот это такое, я не знаю. Какие-то сетки там натянуты. Зачем-то. Здесь вот бинты какие-то в зеленке. Посмотрите, какое интересное, необычное место. Какой-то овраг или карьер. И вот там вот что-то проложено какими-то колышками. Ленточка натянута. Дальше вон там сетка какая-то натянута. Ограждение сделано. Странно. Опа. Это прикол. Вот это я уже точно не ожидал здесь увидеть. Что за хрень? Табличка. И вот так все огражено. Блин, это самая большая загадка для меня в этом походе. Что это за фигня тут? А впереди, смотрите, кресты. Такое ощущение, что там какое-то кладбище. Не дай бог, конечно, но по-моему... По-моему, это кресты. Поправьте меня, если я не прав. Сейчас подойду поближе, посмотрю. Максимально загадочное место. Не понимаю, что это такое. У кого какие мысли есть? У меня есть, конечно, мысли, но я их выражать не буду. Это максимально странно. Thank you.
Наверное, все-таки не факт, что это жилые дома. Ничего не пойму, почему здесь все так разрушено-то? Что произошло? И нафига все сломали? Вон туда дальше тоже идут разрушенные постройки. И в ту сторону тоже. Прикольно. Переделан какие-то плиты там. Ощущение, что там или блиндаж, или что-то такое. Укрытие какое-то. Нифига, ребят, смотрите. Еще какая-то землянка. Это явно какой-то бункер. Я все больше и больше убеждаюсь, что в этом лесу был какой-то военный объект, который сравняли с землей. Интересно, куда ведет этот погреб. Табличка какая-то. Очень похоже на какой-то командный пункт. А, такой небольшой блиндажик. Эхо холодной войны. Остатки кабеля. Разрушается уже. Перекрытия падают вот эти. А в той стороне. А, ну, похоже, это сортир. Да, точно. Ну да, вот такой вот небольшой замаскированный колпак. Обычно в таких колпаках находятся блиндажи комсостава. Да, блин, не ожидал здесь столько военных сооружений увидеть. Значит, все-таки здесь какая-то в лесу была замаскированная база, которую разрушили. И переместили куда-то в другое место. Вот на что я наткнулся. Да, ну интересные, конечно, сооружения. Капец, тут заросли. Темно, как ночью практически. Сейчас, короче, прикиньте, ребят, с напарником каким-то образом мы разошлись и потерялись, заблудились, походу. Этот карьер сраный. Короче, решили обойти. Там кто-то шарился. И мы вроде как военных видели. И что-то маленько как-то разошлись. Сейчас, надеюсь, как-то дорогу назад найду. Интересно, что это за люди в форме. Ну вот это все явно какой-то объект военный. По периметру я обратил внимание, колючая проволока, заборы. Ну правда, это все уже демонтировано, снесено. Поэтому очень непонятно, откуда здесь военные люди. Первая мысль, которая в голову приходит, что
что здесь какие-то учения идут. И если бы мы этот подземный объект здесь не исследовали, я бы подумал, что на этой заброшенной территории идут какие-то учения. Опа. Вон там стопудово движуха какая-то. Сейчас потихонечку подойду. Но там кто-то есть, кто-то бродит. И там, по-моему, дорога какая-то впереди. Сейчас надо потихоньку подойти. Интересно, вертолеты какие-то разлетались. Уже не первый пролетает. Ищут, что ли, кого-то здесь. Прикольно, за очередными непролазными джунглями. Ух ты. Нифига, здесь еще и постреливают. Короче, за очередными непролазными джунглями вот опять вот такие вот постройки разрушенные. Интересно, что здесь было. Там вон явно антенна какая-то за зданием торчит. Стоунхендж практически. Сейчас наверняка пройду вот это здание. Будут дикие заросли, а за ними опять еще одна площадка вот с такими вот разрушенными ангарами или что-то такое. О, бурундук. Ух, нифига, он чесанул. Шустрый бурундук смылся. Какое-то управление было явно. Пострелял кто-то. Фига. Дальше там тоже развалины. Короче, ребят, не знаю почему, но мне кажется, что я вот там в кустах среди деревьев видел военных. Может, мне, конечно, показалось. Увидеть бы, кто там шарится. Нифига. Стопудово кто-то в форме идет. Ну-ка, сейчас поближе подойду. Какие-то шарятся, да еще в полном снаряжении. Что это за люди в форме? Так,
такое ощущение, что абсолютно все здания просто взорвали. Вот. Какой смысл было взрывать эти здания, непонятно. Но не молотками же их раздолбили. Куда напарник оделся? О, нифига. Смотрите, на какую тропу вышел. Это какая-то бывшая дорога или просто просека. В какую сторону идти, я уже заблудился. Фига, тут кто-то на конях ездил. Следы копыт. Да, точно. Да, интересная здесь, конечно, территория. И вот этот подземный город под всей этой территорией вроде бы как идет. Но в этой части мы явно не были. Вот этот карьер, я вообще не знаю, что это такое. Очень странное место. Да, вот здесь вот эти вот заброшки, они повсюду просто. Все эти развалины скрывает лес. Вот реально их на карте не видно. Какой-то был явно засекреченный когда-то объект. Но теперь здесь одни руины и непонятная какая-то движуха. Впереди какие-то непонятные сооружения. Что за хрень? Чтобы это могло быть. Опа-на! Впереди табличка «Заражено». Это сооружение очень, ребят, похоже на какой-то блокпост.